Как известно, 30 сентября текущего года было сдано в эксплуатацию обновленное здание Национального института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлани. Соответствующее постановление президента от июня текущего года способствовало не только коренному улучшению материально-технической базы института, но и совершенствованию его деятельности. Так были внедрены в практику традиционные, альтернативные и дуальные формы повышения квалификации и переподготовки, в том числе на основе технологий искусства. Искусственного интеллекта. Качество подготовки педагогических кадров и их профессиональное развитие являются важными аспектами формирования образовательной среды. В этом контексте роль Национального института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони трудно переоценить. Комплекс капитально отремонтирован, построены два дополнительных здания. Все они оснащены современным оборудованием. Увеличились и количество слушателей, и направления. Новая инфраструктура включает современные учебные классы, общежитие и информационно-ресурсный центр, что создает условия для эффективного обучения и повышения квалификации специалистов. В данном институте повышение квалификации изначально было сосредоточено только для директоров школ. Однако в настоящее время, благодаря инициативе нашего президента, институт был назначен ответственным не только за повышение квалификации руководящих звеньев, но и учителей. Созданы возможности для привлечения более 11 300 слушателей в год, в их числе преподавателей, а также около 3000 директоров школ. Учреждения внедрены в практику традиционные, альтернативные и дуальные формы повышения квалификации и переподготовки, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. В лаборатории STEM осуществляется междисциплинарное обучение. Данная инициатива позволяет развивать навыки критического мышления и креативности у преподавателей, что является необходимым условием для успешной реализации современных образовательных стандартов. В Ташкент приедут высококвалифицированные профессора и педагоги, которые проведут уроки для наших учителей. Эти занятия смогут посещать и преподаватели, повышающие свою квалификацию в региональных центрах. Благодаря созданным условиям, учителя глубже осознают значимость своей профессии и получают мотивацию от столь высокого признания своей работы. Это, безусловно, будет способствовать повышению качества образования для подрастающего поколения. В Национальном институте педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони прошли повышение квалификации 4270 руководителей образовательных учреждений, среди которых 666 действующих директоров и 1201 кандидат на эту должность. Таким образом, учреждение становится центром не только для повышения квалификации, но и для внедрения инноваций в систему образования.